Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, забираем награды. Здесь бесплатный пак. Это кто у нас тут? А, Бибоп. Забираем здесь награду. Сразу же побежим на серию испытаний. Давай-ка вот тут, наверное, по-быстренькому с ними разберемся. С этими черепашками. Я думаю, нам на изи тут их разобрать. Тем более такой-то командой. Ага. Слушай, у маузеров вот эта вот одиночная обычная атака, она очень слабая. Ну как уже головой покажи им, где раки зимуют. Ну почти показал, но исти, ну-ка, ну а как же, ну. Ясен перец, этот буржуй будет хилять. На тебе. Добьешь? Все. Тем не менее, все равно, несмотря на то, что они отхиливались, мы быстро с ними здесь разобрались. Так, задание выполнено. Теперь пошли искать. Так, уровень могу я поднять? Нет, не могу. У нас мутагена вообще мизер. Где у меня там пиццелицы? Вот он. Ну что, давай дальше искать. Так, нам нужно найти 12 вот этих знаков. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 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 9 10. И последних два. Давай один. Есть, все, ребят. До третьей ступени. Нам не хватает мутагена. Нам не хватает элементарно мутагена. Так, поднять уровень персонажа. Да, и это нам пока тоже не сделать. Так, на испыталке. Давай быстренько тогда здесь, наверное, профармим. Так, жетоны. 2 доллара. Так, осколки серебряные. Бибоп, 2 ДНК. Портрет короля. Сырный. Сырный телефон. Меня больше всего, ребята, удивляет. Сырный телефон. Ну, как такое может быть, а? Его же съесть легко. Он же растает в кармане. Он же сырный. Мы с тобой когда? Вчера буквально покупали, да, эти телепорты. Они просто на глазах тают. Да. Эх, чуть-чуть нам не хватит, конечно. Совсем маленькая. Да. 610 у нас жетонов, а нужно 710. Буквально соточки не хватило. Ну что, вот она и турнирная арена. Мы в Лиге Самураев 2 звезды. Плохо, что мы в Лиге Самураев 2 звезды. Нам нужно с тобой попадать сегодня в сёгуны. Однозначно. Это даже не обсуждается. Как думаешь, моя команда вот это справится с 46 уровнем врагов? Разница в 10 уровней, кстати. Угу. Ну-ка, если мы так... А если мы... Так, Пита надо убирать отсюда, 100%. Никакого хила. Так, ускорение команды идет. Так, он даже не попадает практически. Давай купим машину. А Донит, как всегда, ребят, ну естественно, куда же. Чтобы Дантелло упал. Это должно быть, я не знаю, что случится. Но, тем не менее, мы его уронили. Так, нам нужно в Лигу Самураев 3 звезды, а потом до Лиги Сёгунов как-то добраться. Скрипучим паром, так сказать. 14-18. Я опять иду в самый хвост. Пока у них идет там 44-й, 45-й, 46-й уровень, я не буду, ребята, брать
тяжелую пехоту. Будем драться своими силами. Пока. Ну давай сделаем так. Давай дебаф повесим. Замечательно. Понижение брони. О, да. Пробьем? Конечно. Конечно, пробьем. Это, ребят, даже не обсуждается. Тут все легко и просто. Тем более, когда у них пониженная броня, они падают как пушинки. Так, ну а мы тем временем переходим же в лигу, собрав 3 звездочки. Что очень даже радует меня. Вот только что-то они зачастили. 14-18 и 14-18. Не дают выше мне. Но это мне даже небольшой плюсик в том, что я могу отыгрывать своих слабых персонажей, не присоединяя сюда элитных. Ну-ка, шарики. На самом деле они больше похожи на мешочки с деньгами, чем на шарики, да? Так. Ванюшу надо убирать. Леонардо надо убирать, по идее. Да поздно, поздно ты, парень, иммунку свою вешаешь. Уже она тебе не поможет. Ну-ка, давай так. Готов, хлопчик. Опа-на. А что ты так много здоровья отнял у нас, парень? Бибочек, ты аккуратнее, смотри, он там врезал тебе на пол хп с одной плюхи. Зашибись. 74-е место. Блин, дайте мне 14, ёк-макарёк, там, я не знаю, 14-19. Не хотят. Не знаю, с чем это связано, но они не хотят. Так, Кирби слабое звено. Поэтому давай-ка аккуратнее. Так, понижаем защиту. Лео, давай уничтожай эту муху. Да блин! Да как так-то? С пониженной броней ты не смог пробить? Муха это вообще самое, я не знаю, самое ничто. Давай, наверное, вот здесь уберем. Потом Бакстер бы, конечно, лучше вольнуть. Все-таки успел призвать, а? Да ну отвяжись ты, ёк-макарёк. Минус. Давай, бросай этого клан футовца. И добиваем. Прекрасно. Так, что у нас тут? Блин, ребята, месяц не успел начаться. Уже 5 апреля, ё-моё. Уже что-то неделя прошла, ты представляешь? Время летит, я просто офигеваю как. Со скоростью света. По-другому и не скажешь. Давай, наверное, возьмем пиццелицу вот здесь. Возьмем пиццелицу с его массовой атакой. Да, слабо, слабо бортанул ты его. Вообще ни о чем. Давай, что ли, ускоримся. Давай, бросаем плюху. Так, Ваньку надо. Ваньку надо сносить. Хиляет. Да, хильнул команду свою. Да какая там критовка? О чем ты там говоришь? Критовку он себе качает. Пробьем, интересно? Пробили. А так если? Пробили. А так? Пробили. Все, отлично. Так, теперь массовое. Постепенно урон. На-на. Ну, этому крышка, мне кажется. Теперь давай вот с этим разбираться. Выжила. Потрох.
Но я так и знал, что тот от постепенного урона от дуплицы. У него мало хп было, он бы не выжил в любом случае. Так, 31 место. 14, о, 15-19. Но тут майки. Я возьму, наверное, просто Донателло сюда, чтобы долго, как говорится, здесь не возюкаться. Донателло просто выпустит свои сюрикены и пойдем дальше. Да, Дони? Давай. Блин, Донателло, как всегда, выживает. Постоянно. То Донателло, то Бибоп, то Рокстеди, то еще кто-нибудь. Такое ощущение, что урон, он просто идет, складывается и высчитывается между персонажами. Вот, дано 1000 урона, да, нанести. Он делится посреди всех персонажей. И остатки, на кого упадут, тот и выживает. Такое ощущение складывается, я не знаю почему. Ну как он постоянно может выживать? Ладно от этого, он практически от всех персонажей выживает. О, круто, да? Упали. Вот эта бомбочка какая-то слабенькая. Я не знаю, она прокачана или нет, но что-то она как-то урона мало наносит. Хотя это массовая атака. Но, наконец-то. Радости какие, ребята, в Лигу Сёгунов попали. Ё-моё. Я офигею. Раньше для меня была Лига Сёгунов — это отправная точка. Теперь мы радуемся, как дети, что мы вообще сюда забрались. Хе. Так, сегодня что у нас? Среда. О, видел, как Бакстер сделал? Просто одной волны было достаточно, чтобы они упали. Все распластались здесь. Ну, было бы неплохо, если бы мы попали в Лигу Сёгунов. Две звезды. А там, глядишь, может быть и три. Персонажей вроде бы как хватает пока. У них до сих пор 49 уровень, прикинь. У них был 46 буквально там, наверное, 5-6 поединков. Сейчас они поднялись только до... А, вон, 50-й даже промелькивает. Но все равно это слабаки. Давай полтинник. О, нормалек. Так, 15-20. Я беру Рафаэля, Майки Лео. И вот так. Ну, само собой, тут одного Леонардо будет достаточно. Хотя первым будет ходить, скорее всего, Майки. Ну, давай так сделаем. С удара, просто Ваню с удара вынес. Я офигею. Он крут? Что тут скажешь? Просто пумс, и Ваня отдуплился. Слушай, ну еще пару поединков, и все. И мы уже будем в Лиге Сёгунов. Две звезды. Давай я возьму Армагона. Поехали. Ну, сам понимаешь. Армагон тоже еще тот боец. Он бьет один раз, но точно в глаз. И точно всем. Прекрасно. Так, ну что, 15 место или какое там? 6. Вообще зыбано. Так, ну что, тут, наверное, я возьму Ванюшу. О, так мы же все, ребята, до 70-ников дорвались такими темпами. Так что теперь хоть Ванюшу, хоть Плюшу бери. Им все равно хана. Всем. Из России с любовью, нате вам. В труху. Ну, как вы хотели. Так, ну что, ребята, Лига Сёгунов, две звезды, собственно, персоны. 89-я позиция. И... уж пора бы 16-21 давать. Вам так не кажется? Видимо, им так не кажется. Ну ладно. Супер Шреддер. Так, Усаги, отдохни пока. А фиг ли отдохни тут. Шапочный разбор остался у нас. Не, ну я не попаду, конечно, в Лигу Сёгунов. Три звезды, хотя очень хотелось бы.
с одной плюшки. Просто с одной плюшки выпустил и забомбил. Но давай вот без вот этого идиотизма, а, пожалуйста. Давай, прогружайся быстрее. Так, нормально. 71 место у нас. Вот, 16-21. Пам-пам-пам-пам. И вот так. Сейчас Усаги влупит. Ну, Карайка, наверное, будет. Нет, все-таки Усаги. У Карайки не хватит дури, чтобы первый атаковать. А вот теперь бомби. У нее там даже не меч, у нее какой-то там кинжальчик маленький, я вот заметил, которым она бьет. Так, 52 место. Ну что, тут остается, наверное, пару поединков еще. Это максимум. Стоят аглоеды. Ну давай вот так вот сделаем. Минус Крис. Замедление. Так, дальше. Да куда ты бежишь-то? Прикинь, он под замедляшкой даже. Нифига эти майки. Они под замедляшкой даже быстро ходят очень. Вот теперь делаю выводы, какая у них, ребята, инициатива. Давай так вот. Сразу двоих добил. Молодец. Но этот Джастин все-таки, ребята, какой-то вообще непонятный. Непонятное существо. Нет, давай уж 16-21. Хорош прикидываться дурачками здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, я лучше вот так вот сделаю. Пускай лучше у меня Крэнк отыграет. Хотя Крэнга можно было бы взять в последний поединок и отыграть всех абсолютно. Вот это я что-то действительно тупанул. Или маузеров надо было брать, точно. Они бы сами за себя постояли бы. А я что-то тупанул. Ай-яй-яй-яй-яй, как же так? Крис Брэдфорд один не справится. Нет, не справится он. Ну давай просто попробуем. Крис Брэдфорд один вышел здесь. Ох, сейчас ему тут начнут так лупашить. Давай контратаку. Контратака. Ай. Ох, сейчас он. Да нет, ребята, его тут распетрушат. Просто уничтожат. У него уже нет ни одной массовой атаки, понимаешь? Да, это фигня все. Эти там хиляют. Он уже не знает, что делать. Я еще даже урона никому не нанес. Он там хиляет. Даже пробил броню. Воу, 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 воу. Я даже не знаю, кого тут бомбануть. Ну давай здесь попробуем. Еще раз повторяю, ребята, это просто, ну как бы, до последнего героя, да, проходим. Были бы здесь сейчас маузеры бы, они бы уже давно-давно бы тут валялись бы. Пыль глотали бы, понимаешь? А Крис Брэдфорд, ну, не тянет, не. В соло это не тот боец, чтобы выступать. Но это было показательное выступление. Так, ну что, сколько у нас там... мутагена достаточно. Ну, слушай, на этого не хватит, конечно, на Рафаэля. А вот на Пиццелицева вполне. Мы даже сможем ему навыки прокачать. Вот так. И вот так. Прекрасно.
забираем здесь наши награды. Ну что, друзья мои, на сегодня тогда буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.